Бритва на продажу. Советская. Производство завода СТИС. Завод стальных изделий. Город Москва. 68-й год. Модель Восток-3. Бритва, в принципе, в неплохом состоянии. Будет неплохим выбором для новичков. Хороший, удачный экземпляр. Мягенький рез. Вот, бритва, в принципе, чистая. От следов времени я ее вытестил. Разновидность это Восток-3. Там было 3 вариации. Восток просто, Восток-2 и Восток-3. Названы они все были в честь одноименных пилотируемых космических кораблей. На третьем Востоке был совершен несколькодневный полет вокруг Земли. Вот. Ну и вот бритву выпускали в честь этого корабля, называли. Здесь на ручке также можно увидеть такой металлический щиток. Тут изображение земного шара, орбита и по орбите надпись СССР. Вот. Бритва в неплохом состоянии, такие вот у нее параметры. Вот. Ну тут все стандартно, все как у СТИЗов почти у всех. Вот. Чистая, внизу все чисто, зубчики. Отличительная особенность этих моделей от других СТИЗов это верхние зубчики. Здесь вот тоже небольшая такая насечка есть. Вот здесь тоже все полностью чисто, все вычищено. С обратной стороны тоже все чистенько. Ну и состояние полотна вот такое вот. Кромка ровная, имеет легкие скругления к носику и к пяточке. В обслуживании никаких проблем, здесь все легко и просто. Вот брить будет достаточно мягко. Сталь углеродка. Вот, закрывается ровно, не выпадает. Вот, кстати, еще одна особенность бритвы Восток, это третий пин. Обычно на бритвы СТИС его не ставили, на Востоках встречаются. Вот клинышек здесь получается пластиковый, оригинальный белый. Пины, шайбочки, латунь. Вот, ну и на хвостике здесь еще есть цифры. Цифры это внутренние маркировки завода. До сих пор неизвестно, что они значили, когда их ставили. Вот футляр в комплекте оригинальный, Восток-3, цена 3 рубля была, сделан по РТУ 59 года. Инструкции в комплекте нет, но футляр полностью целый, можно использовать по назначению. Так, ну покажу, как проходит тест. Бритва недорогая, кому интересно, обращайтесь. Для старта, в принципе, в самый раз. Ну, для пополнения коллекции состояние у нее неплохое. Какой-то серьезной коррозии здесь нету. Вот, тесты очень мягенько проходят. Брить будет практически бесшумно. Такая вот она. Так. Сейчас еще возьму. Сделано, скорее всего, из той же самой стали, которая была у них по ГОСТу, Х-05. Может быть, из Х-13, они из нее позже чуть начали делать, как раз к концу 60-х. Так, и распуск. Вот так вот проходит. Все, кому интересно, обращайтесь в продажу.